Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем нашу карьеру за ПСЖ. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад всех там увидеть. Ну что же, у нас очередной выпуск, мы сейчас лидируем в чемпионате Франции, обыграли Манчестер Сити в Лиге Чемпионов, все вроде у нас хорошо, поэтому я решил немножечко, ну в любом случае усложнить задачу, чтобы немножечко реалистично смотрелось, потому что даже вот такие вот гранды, как ПСЖ и другие команды, за которые я снимаю карьеры, было немножечко поинтереснее и потяжелее. Из-за того, что было очень, прям действительно тяжело мне играть на легенде, скорее всего так и будет дальше, тяжеловато. Я немножечко вот эту нотку реализма все-таки решил добавить, поэтому будем играть на легенде. Посмотрев, сколько матчей мы везде выигрываем, во всех причем карьерах на мировом классе, я подумал, что, ну, задерживаться на мировом классе не стоит, давайте будем пробовать на легенде, даже если будем проигрывать, значит будем проигрывать. Если нас уволят, значит вот так вот суждено, значит закончим быстро какую-то, может быть, карьеру. Поэтому как-то так. Сегодня у нас 4 матча на повестке дня. Выездная игра против Метца, домашняя против Монпелье, домашняя против Лейпцига в Лиге Чемпионов и выездная против Рена. То есть матчи все такие интересные в любом случае. Мы точно в чемпионате Франции должны забирать 9 очков из этих 3 матчей. Ну и в Лиге Чемпионов будет очень, конечно, тяжело, но мы постараемся все-таки обыграть Лейпциг. Ну что же, сейчас я, наверное, все-таки с Метцем бы отыграл вторым составом. Ну и с Монпелье тоже, потому что дальше будет Лейпциг, это будет уже тяжело. Либо все-таки сейчас тогда отыграть ротирующим каким-нибудь составом против Метца, потому что игра против Лейпцига будет ровно через неделю, поэтому давайте сейчас посмотрим. Так, ну вот он, мой стартовый состав. В любом случае придется менять, потому что там Мбаппе уставший, вместо него выпущу я Икарди, вместо Лионеля Месси выпущу Ди Марию. Давайте Стерлинга тоже выпустим. Также выпустим Дракслера. Рафинью. Ну, тут бы я бы оставил, кстати, с обороны Кимпембе и Маркиньос. Вот не знаю. Оставил бы все-таки. Ну и на воротах Наваса. Вот так вот как-нибудь. Ротируем примерно так состав. Все, как видите, легенда. Легендарный уровень сложности. Мец против ПСЖ. Поехали. Ну что же, чемпионат Франции, 7-й тур. Мец принимает ПСЖ в очередном туре чемпионата Франции, Лиги 1. Ну и сейчас ПСЖ идет на первом месте. Посмотрим, навяжет ли борьбу Мец. Так, Рафинья неплохо. И на Икарди, и Мауро Икарди открывает счет. Отлично. 12-я минута, 1-0. ПСЖ выходит вперед. Но вот этот вот действительно немножечко все равно внутри меня чувство гордости за самого себя. То, что забил на легенде. Пусть хотя и за ПСЖ против Метца, но все равно на легендарном уровне. Вот. Голы, мне кажется, намного ценнее будут лично для меня. Замечательно. Ди Мария неплохо здесь подавать. Можно на дальнюю, и это 2-0. Отлично. Икарди замечательно завершил эту атаку точным ударом. И у аргентинца дубль. Все какие-то проблемы сами себе же и придумываем. Отлично, Хакими вроде здесь заблокировал первый момент. Ну, а здесь все-таки да. Вот. Вот она и паника началась. Против легенды тяжело, конечно, обороняться. Где-то даже точную передачу для выхода из обороны не можем отдать. Но в итоге пропускаем. Не знаю, по логике или нет, но очень ужасно, как вы видите. Отыграл я в обороне. И здесь просто отдал Наваса под расстрел. Но в любом случае мы еще ведем. Надеюсь, сейчас соперник не включится. И победу мы все-таки увезем. Слава богу, одерживаем первую победу на легендарной сложности. В первом выпуске, я не помню, одерживали мы или нет. Вот, но я помню ту ничью в предсезонном турнире, где там, не помню, 5-5, 4-4, где-то такая была, 6-6, может, ничья. Но здесь, слава богу, победа. Икарди забил дубль, причем очень быстро. И нам этого хватило, нам этого хватило замечательно. По XG мы наиграли на 3 мяча, то есть в любом случае, вот минимальная победа, но должна была у нас быть.
Пасы, конечно, у нас не точны, 80%, 95% точности у Меца, поэтому тоже надо за этим последить. Ну и лучшим игроком, естественно, стал Икарди, ну а худшую оценку у нас в команде получил Навас, 5.1. Я так понимаю, ни одного сейва он не сделал, поэтому такую оценку получил. Пропущенный у него есть один мяч, вот как-то не выручил у нас сегодня. Так, у нас обновлен ежемесячный отчет скаута по нашим молодым игрокам, поэтому сейчас вот нескольких мы подпишем. Так, сборная Исландии нам предлагает стать главным тренером их сборной, мы пока что вот отклоняем. Ну что ж, сейчас у нас домашняя игра против Монпелье, в любом случае мне придется выпустить второй состав, он у нас не такой уж сильный и плохой. Есть, конечно, вопросы к обороне, потому что Крайки, во-первых, и центральный защитник Диало с рейтингами ниже 80, поэтому вот у нас вот такие небольшие проблемные зоны, но я надеюсь, что у нас получится, потому что у нас Кимпембе на два состава, но вот как-то вот вчера, как вы понимаете, на прошлой игре не очень убедительно, даже в паре с Маркинесом он отыграл, поэтому посмотрим, что будет сегодня. Будем надеяться на нашу атаку забивную. Стерлинг, Икарди, Ди Мария. Они, кстати, в прошлом матче тоже играли вот против Меца. Посмотрим. Все так же легенда. ПСЖ против Монпелье. Поехали. Ну что же, Парк де Пренс. Пари Сен-Жермен принимает Монпелье в рамках 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции. Кому как угодно. ПСЖ, Монпелье. Начинаем. Супер. И Юлиан Драксер. Со второй попытки у Драксера все-таки получилось 1-0. 27-я минута. С левой ноги Юлиан Драксер забивает и выводит нас вперед. Очень даже хороший защитник. Стерлинг. Никто не встречает. Можно двигаться дальше самому, естественно. Передача на Икарди прошла. И удары — это 2-0. Снова забивает у нас Икарди, кстати. 40-я минута. Ну вот. Не знаю, почему я боялся переключаться на легендарный уровень сложности. Наверное, из-за того, что и не играл в FIFA 21, и сразу решил в 22-й на легенде попробовать. Либо, может, какие-то патчи все-таки повыходили, обновления в FIFA. Поэтому как-то так попроще стало играть. Но неплохо, в любом случае. Уж точно на Ultimate никогда вот играть не будем. Поэтому вот легендарный — это максимальный для нас уровень сложности. Но вот не вышло. Стерлинг. Дает, кстати, арбитр играть время, но неплохо. Можно сейчас постараться забить третий, и Рахим Стерлинг забивает. Там уже, конечно, время прошло наше. Но арбитр разрешил продолжить, и в контратаку в отличную мы вышли. И Стерлинг забивает третий мяч ПСЖ в сегодняшней встрече. Громим перед самым перерывом. Не знаю, получится ли у Монпелье хотя бы забить там гол престижа, но тоже вот такой опасный, кстати, удар с близкого расстояния в угол, в дальний вот так получилось пробить, но 3-0, Стерлинг молодец. Так, а вот и провал, вот он и провал в обороне, и так и получилось. Жермейн забивает этот все-таки гол престижа, про который вот я и говорил, после третьего забитого мяча в первом тайме. Хороший заброс, пошел на Рафинью, и ответная подача Икарди. Икарди! 4-1, увеличивает преимущество, и снова, кстати, Икарди забил дубль. У него 4 уже мяча в двух последних матчах, и 6-й гол в 5 матчах Лиги 1. Замечательно. Через Икарди, и вот она, отличная передача, Рафинья. Здесь уже доверного, здесь уже просто доверного. Драксер забивает сегодня тоже дубль, 72-я минута, 5-1, ПСЖ куражится сегодня. Так, вот эти вот лишние сейчас финты, здесь бы поувереннее отыграть, все-таки заблокировали немного, и Навас первый на мяче, естественно, Икарди. Ух, как получилось, все-таки и Драксер сейчас может выдвигаться, забивать хэт-трик. Юлиан Драксер, выход 1-1. И Драксер еще и от штанги. Какие нервы стальные у этого немца. Забивает. 82-я минута. 6-1. Хэт-трик Юлиана Драксера. Сегодня у него замечательный день. Он, во-первых, забил первый гол в 7 матчах. Для него он стал дебютным в этом сезоне. Еще и хэт-трик получилось вот так вот забить. Ну, что называется, прорвало. Здесь бы, конечно, Месси ему сейчас бы под левую ногу, но... Так, там не было офсайда ли на Стерлинге, вроде не было, поэтому продолжаем. И Рахим Стерлинг, подача на дальнюю, Икарди, тоже хэт-трик, тоже хэт-трик.
Ну вот сегодня прям день Икарди, день Дракслера. Ну вот Стерлингу осталось еще дубль забить, чтобы точно был хэт-трик. 7-1, просто разгромнейший матч. Причем это самая разгромная наша победа на легендарном уровне, ребят, еще. То, что мы обыграли там пару дней назад туров там Лион со счетом 6-0, это можно было списать на мировой класс. Здесь 7-1 на легендарном. Поэтому вопросов никаких быть не должно. 7-1, осталось пару минут до конца встречи. Финальный свисток 7-1. ПСЖ забил, дай бог, чтобы не все свои мячи в этом сезоне, потому что у нас дальше еще игра сейчас будет с Лейпцигом, самая для меня, кажется, опасная, потому что соперник серьезный. Но вот Дракслер все-таки забрал этот мяч, наверное, из-за того, что он быстрее, чем Икарди, сегодня забил этот хэт-трик. Поэтому поздравляю и Икарди, и Юлиана Дракслера. Ну что же, PSG мы, кстати, наиграли. То есть здесь все замечательно, и мы на 7, и Монпелье на 1, все супер было. Так, ну игроком матча, кстати, признан все-таки Икарди. Он сегодня просто шикарно сделал, представляете, 6 результативных действий за матч, 3 мяча, 3 голевые передачи, оба хэт-трика у него. Но Дракслер забрал этот мяч, поэтому статуэтку заберет, скорее всего, Икарди. Также 2 голевые сегодня отдал Стерлинг, он и забил один, и 2 голевые от Рафини, которого мы вот заменили. Ну и Икарди просто шикарен. Просто шикарно. Сейчас посмотрим, там, у кого ниже всех. Ну, ниже всех у Наваса 7-1, но это в любом случае лучше, чем было вот 5-2 или 5-3 в матче с Мецом. Ну что же, второй тур Лиги Чемпионов. Лейпциг, кстати, тоже, ну, не тоже, в том плане, что они проиграли, кстати, свою вот первую игру против Брюгге 2-1 дома. Очень странно, но мы сейчас... Домашняя игра, причем первая в Лиге Чемпионов, потому что против Манчестер Сити играли мы на выезде. Так, Мбаппе находится в хорошей форме, но там, понимаете, и Икарди сегодня у нас 5 мячей за 2 матча забил. Сможет ли команда еще одержать победу? Нужно сохранить концентрацию, ответим так. Так, как думаете, насколько агрессивно будет играть Лейпциг? Нужно сохранять концентрацию, это я вот... Не понял, почему сейчас у меня вниз все, конечно, пошло. Вроде нормальный ответ, но странно. Ну что же, посмотрим, как выйдет у нас эта игра. Играем основным составом. Снова легендарная сложность. Вот, Рамос вернулся, кстати, в состав. Поэтому сегодня вот для себя долгожданный свой матч проведет. Сам он меня лично попросил, что соскучился уже по футболу, ждет выхода на поле, поэтому я подумал, давайте уже и Кимпембе дадим отдохнуть. Поэтому все. ПСЖ Лейпциг, второй тур Лиги Чемпионов, поехали. Ну что же, снова Парк де Пренс, ПСЖ принимает Лейпциг. Первая игра в Лиге Чемпионов у парижан дома, поэтому болельщики довольны, во-первых, результатом в первом туре, что обыграли в Манчестере Манчестер Сити, главного, наверное, конкурента в этой группе. Но вот сейчас посмотрим, как Лейпциг будет играть. Они все-таки дома проиграли Брюгге со счетом 2-1. Так что вот очень интересно на это будет посмотреть. Все-таки мы вышли основным составом. До этого 2-1 обыграли Мец и 7-1 Монпелье. Ротирующими, конечно, составами. Ну, посмотрим, как сегодня Месси, Мбаппе и Неймар покажут свою игру вот в Лиге Чемпионов. Через Верати. Винал на Месси. Винальдум, отличный пас и 1-0. Месси выводит вперед ПСЖ в Лиге Чемпионов. Замечательно. 24-я минута. ПСЖ сразу же так вот в отличной атаке выходит вперед. Месси на Мбаппе. И Мбаппе все-таки ускоряется. Ну шикарно. Вы просто посмотрите, а? 2-0. Месси гол плюс пас. Я тут думал уже на Неймара, конечно, отдать. Но в итоге в последнюю вот прям секундочку думаю, пробью-ка сам за Мбаппе. Отлично. 2-0. И Винальдум. Вот может быть у Винальдума вот так пройдет на Мбаппе и проходит. Замечательно. Дубль Килиана Мбаппе. 52-я минута. И снова ПСЖ уже второй матч подряд забивает больше 2 мячей. 2 было в матче против Меца, но вот против Монпелье ПСЖ забил в последнем матче 7 мячей. Посмотрим, будет ли сегодня такое. Ну и, кстати, ПСЖ впервые в этом сезоне в Лиге Чемпионов забил 3 мяча. Ворота Манчестер Сити отправили только 2, но зато ни одного не пропустили. Посмотрим, как будет сегодня забить немцы, но в итоге нет. В итоге нет, и вот Мбаппе. Мбаппе побежал забивать хэт-трик.
получится или нет, сейчас у него посмотрим. И это хэт-трик Кильяна Мбаппе. 4-0, 59-я минута. А вроде бы играем на легенде. А вроде бы все равно как-то легко. И не знаю почему, слава богу, что у нас сейчас это получается. Потому что потом возникнут у нас, естественно, эти моменты, когда опять игра будет за соперника и будет помогать им. Вот пока что получается у нас переигрывать чисто вот на каком-то своем мастерстве. Неплохо. Лаймер. Ой, какая же хорошая и тонкая передача. Ну, 4-1. Пропускает, кстати, ПСЖ, ну, вот первый гол в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Главное, что 3 очка 100% у ПСЖ сегодня в кармане. Остается там 10 минут, вряд ли 3 мяча забьет Лейпциг. Уверенная и разгромная победа ПСЖ над Лейпцигом дома. 4-1. Очередные 3 очка у нас в Лиге Чемпионов. Ну вот, 3 удара у Мбаппе, 3 гола. Вообще шикарная у него сегодня статистика. Ну что же, по XG мы наиграли на 3,5, округляем будет 4, но Лейпциг на 2 наиграл, поэтому, значит, хорошо сыграла у нас оборона. Ну и где-то не реализовали свои моменты немцы. Итак, хэт-трик заслуженный свой забил Кильян Мбаппе, а у Месси гол плюс пас. 3 голевые передачи, кстати, отдал Вейналду. Вот так вот, по 2 хэт-трика, можно сказать, у нас сегодня в матче. Худшая оценка у Хакими, 6,7, но все равно выше шестерки, это уже замечательный результат. Ну что же, и у нас сейчас последний матч в сегодняшнем выпуске. Рен против ПСЖ. Рен идет на 10-й строчке. Я, естественно, выпущу второй состав. Вроде как ребята все готовы. Немножечко вот Драксер и Рафинья. Дагба Диалло, он уставший, но надеюсь, все будет замечательно. Надо посмотреть, кстати, с кем у нас дальше будут игры. А у нас здесь как раз перерыв на матчи сборных, поэтому должно все пройти у нас замечательно. Рен против ПСЖ. Поехали. Итак, Мауро Икарди, лучший бомбардир, кстати, Лиги 1. 7 забитых у него мячей, просто шикарная у него статистика. И сегодня он, естественно, в старте на выездной игре Рен против ПСЖ. Вот как-то сейчас что-то не выходит, и даже сейчас... Ой-ой-ой, и все-таки Икарди, это самый его, наверное, легкий гол в карьере. У Рафини не получилось отдать эту тонкую передачу на Мауро Икарди. В итоге мяч сам уже пришел к аргентинцу, и тот забивает 8-й гол в Лиге 1. Ну и увеличивает свое преимущество в бомбардирской гонке. Смотрим еще раз на этот момент. Вот здесь защитники очень плохо, конечно, отыграли. Сами привезли этот момент. И какой удар, и какой гол. 69-я минута. Рен сравнивает счет. Все-таки аукнулось. То, что надо забивать всегда больше. Но вот мы не додержали этот пока что вот результат. В принципе, не играли на удержание. Вот просто увеличить результат не получилось. В итоге вот это скользкое преимущество Рен смог ликвидировать. Икарди. Вроде как прошел. Вроде как прошел. Забить бы. И забивает. Икарди вырывает эту победу. Снова забивает аргентинец. Это дубль его. Если первый гол был случайным, то вот сейчас просто показал свое мастерство. На скорости обошел одного защитника и шикарно забил. В любом случае, минимальная победа ПСЖ на выезде снова. Снова мы играем с таким счетом. Также отыграли с Меца. Но, правда, вот этот матч более насыщенный такой прям получился. До последних практически минут держалась вот интрига. Поэтому ПСЖ победили в четвертом матче подряд. Сегодня у нас 4 победы. Вообще замечательно. Еще и на легендарном уровне сложности. Вот не закончу повторять вот это вот. Ну, замечательно. На 4, там 5 мячей мы должны были наиграть. В итоге один удар был у Рена, и он стал голевым. Как-то так. Но они вот даже на этот один гол и не наиграли. Так, ну и лучшим стал, естественно, Икарди. У него дубль, голевую отдал Рафинья. Вот, ну и хуже всех отыграл, естественно, Навас. Потому что, опять же, один удар и один гол. Хотя бы вот сейвы там какие-то, ну, должны были быть. Но вот, что получилось, то и получилось. Ну что ж, друзья, на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол — это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.